Всем привет! С вами проект Rifleman и очень коротенькая передача, в которой я просто хотел выгулять свой любимый АКМ. Я его пристрелял. Сегодня мы с коллегами постреляли такую условную тренировку турнира Купера со стрельбой от 50 до 300 метров. Скажу, что коллиматор показал себя как коллиматор. То есть вот все, что до 150, до 200 метров, оно летит, ветер, правда, чуть-чуть был у меня сносило, но, в принципе, я отстрелялся до 200 нормально. С 300, конечно, надо брать поправку, там, порядка 70 сантиметров. Уже, конечно, с коллиматором просто брать мишень, высота мишени примерно 80, то есть надо брать вверх на одну мишень. Ну, такое очень сомнительное развлечение, то есть по необходимости можно, но, возможно, даже с механикой было бы и интересней. У нас есть мишенька на дистанции порядка 100 метров. Давайте немножко постреляем. Немножечко такого ганпорно просто хотелось. Может, там кто-то соскучился. Сейчас конец межсезонья. Народ меньше ездит стрелять. Хотя пока в Егоровских пустошах метелей нет. Легендарных и обещанных. Скажу, что... А, у меня тут, наверное, как раз остался завершающий один патрон. Сейчас мы договорим и бахнем. К чему я клонил? К тому, что, в общем-то, если вы помните мои выпуски про предыдущие, про родезийский скаут, это такое шутливое название АКМ в стрелковой лиге, по достаточно тянущимся в глубину веков отсылкам, шуткам про Родезию и связь родезийского конфликта с историей ХМР украинского во многом. Скажу, что я добился того, чего хотел. То есть я иногда, конечно, называю АКМ такой большой пистолет, но я немножко утрирую, потому что энергетики и дистанции разумного применения, там вот я его затачиваю на дистанции внутри 100 метров, чтобы он решал любые стрелковые задачи. Все, что дальше, такой приятный бонус, в общем-то. Сейчас у нас мишенька как раз на сотне, то есть, в принципе, это вот тот предел, красная линия для АКМ, за которую я не планирую как-то особо его, не затачивал его под другие задачи. И еще он классно раскидывает гильзы. Круче АКМ гильзами кидается только Ruger Mini 14. Он закидывает их вообще на какое-то неимоверно далекое расстояние. Еще и мнет так, что сразу четко понятно, что стрелял из Ruger Mini 14. Собственно говоря, вот и все, что хотелось рассказать в этом коротком выпуске. Просто немножечко выгулял АКМ. Может, кому-то это добавило бальзам на душу, пока мы пережидаем межсезонье, готовимся к следующим соревнованиям. Уже висит календарь соревнований Heavy Metal Rifle на будущий год. Поэтому готовьтесь. Остаемся на связи. Всем спасибо и пока. С вами был проект Rifleman.